Федеральная налоговая служба разблокировала счета хоккейного клуба «Салават Юлаев». Информация об этом появилась в базе данных ведомства. Операции по шести счетам были приостановлены в конце января из-за задолженности по обязательным платежам и сборам. Тогда в пресс-службе команды объяснили неуплату налогов разрывом между очередным траншем на счета клуба и сроком уплаты налогов. Руководство обещало погасить все долги до 1 февраля. Однако счета оставались заблокированы еще в течение месяца до начала марта. Такие задержки случаются. Раньше с этим часто сталкивался хоккейный клуб «Сочи». И вообще задержки в клубах КХЛ довольно распространены. В последнее время их стало меньше, но «Салават» здесь не выглядит белой вороной. Хотя, конечно, эти проблемы, которые из года в год случаются, они неприятные. И на имидж клуба хорошо не влияют. В настоящее время уфимская хоккейная команда занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и шестое место в таблице чемпионата. С начала сезона клуб провел 68 игр, в которых набрал 90 очков.